Доброе утро, Узбекистан! Доброе утро, друзья мои! Сегодня мы с вами начинаем наш выпуск. Мы отправляемся с вами сначала на базар, покупаем гостинцы и поедем высоко-высоко в горы, в далекий Кишлак. Мы приедем сюда чуть позже, а сначала я вам покажу, как все начиналось. Вы берете хорошее настроение, я беру вас с собой. И путь, друзья мои! Не давайте деньги детям! Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Встретились мы с Аминджонаке, а это значит, что мы с вами сегодня будем замечательно проводить время и поедем... Как хабарадзе? Долбаны, типа сюда. Первым делом мы с вами отправляемся на базар, чтобы купить гостинцев. Ич пульдан апа? По 5000 продать вот такие бусы, это дуляна. Сколько? Майли, Бихта, набери. Давай. Это, знаете, вот такие яблочки сладенькие, кисло-сладкие. Вкусные. Вы мой друг. Спасибо большое. Очень приятно. С удовольствием. Как вас зовут? Олег. Олег, я мой друг. Каттаман. Хурма сейчас у нас по 12 тысяч суп. Ширину хас? Да, шоколад. Шоколад? Бери икакила, икакила. Что, да? Алоха, алоха. Узим оламай. Сам буду выбирать. Как хорошо, когда с кем-то ходишь на базар. Такая помощь. Почти 4,5 килограмма хурмы мы купили на 50 тысяч сум. Это у нас примерно 450 рублей или 4,5 доллара. Килограмм хурмы сейчас стоит 100 рублей или 1 доллар. Ровно 1 доллар. Пахнет, пахнет рыбой. О, живая рыба. Салам алейкум. Лаканечка, да? Лака 20 000 стоит 100 долларов. Сум стоит 20 тысяч сум. Это у нас 1 доллар и 80 центов. Примерно 100... 80 рублей примерно за килограмм. Беламур ханча. Зур балык мана шу. Канака балыкны ялар. Эң зур мана шу. Сазан масна? Йо, бу сазандан ам беламур. Өткөр балыкта жүдө ширим балык. Все говорят, что беламур самая вкусная рыба, стоит 39 тысяч. Сумма это у нас примерно 3,5 доллара или 350 рублей. Когда? Общий бишкило болсан, только алоха алоха. Один. Один. Под Москвой, под Москвой. Купим почти 6 килограмм рыбы. 5720 да, грамм. Вот столько. 223 тысячи. 223 тысячи сумма, это у нас 20 долларов. А сазан сколько стоит? 42 тысячи за килограмм. Сазан дороже, чем беламур. Сазан стоит 4 доллара за килограмм или 400 рублей. А беламур получается, как я вам сказала, примерно 350 рублей. Так, сазан, хаустолов есть. Нет, сазан есть. Здесь сразу также нам рыбу чистят. Бесплатно? Бесплатно. Бесплатно чистят нам рыбу. Как сюда. Сейчас я вам примерно расскажу наш план. Сегодня мы с вами едем высоко-высоко в горы, в отдаленный Кишлак, который находится в Сурхандарье. Так как Кишлак находится высоко в горах, мы набрали с собой гостинцев. Сегодня мы там переночуем, а завтра отправляемся уже на свадьбу. Мы с вами пойдем не на машине и даже не пешком, а на ишаках. Ишак там рамзма? Рамзма. Эх, Игорь Макбер, да? Эх, 21. Наш транспорт будет завтра. Покупаем? Собакам, уткам. Беру, да, и сколько стоит? 2 тысячи. Эти потроха потом продают людям, 2000 сум стоят. Берут для уток, для собак. Базар это за берсен. Что, кентик что ли? Банжири сортировка хлялик, гулялик. Сортировка? Ой. А это сум сколько стоит? 25 тысяч. Это сум стоит 25 тысяч или 2 доллара? Высшая категория? Да. Это высшая категория и на 5 тысяч сум дороже. Я вам подарок.
давайте еще купим банан. Бананы стоят 30 тысяч сумм, это у нас примерно $2.60 или 260 рублей. Все, мы купили гостинцев, теперь отправляемся. Путь. Друзья мои. Возьмем с собой еще 10 лепешек. Может не 10, может 20 взять, а? Игорь Матана, бери. А я пакет Капкалингана, бери. Игорь Матае там? Они дали твой пакет хазер. Ну, отдали мы $5.50. Посмотрите, у нас багажник полон гостинцев. Ничего? Свежий. Полезно. Что там? Пулькиратма? Жалко, да? Бюджет берем, броня мой. Йох, бермим без них. Сдачу берем. Сдачу выбываем. Дайте сдачу, а можете сокану сдачу дать. Кем мне харфим? Айлен Алик. Келиштири бенсаниз, мана булат. Олады, анорды зур. Канакасы зур? Анорды мы, арзону зур. Какой гранат самый вкусный? Дешевый гранат самый вкусный. Не мы были бы сау курмазы сизе анорды? Saklap oldun da. Ha? Hadi. Посмотрите, какой роскошный гранат. Пакет берин. Огроменные зернышки. Красивый красный цвет. С мой глаз. Возьмем 2 килограмма, стоит 25 тысяч сумм или $2. Или 205 рублей примерно. Раз она меня смотрит, маны кузацакс, ман сиздан анар аламан. Куркмен сиздан да аламан. Ничкун? Bu anorlar 20 milyon kapıyorum ama bunu 20 5 milyon birlikim sizde 2 kilosunu 45 milyon birlikim. Майли, как его берем? Бита бита кило алоха алоха. Друзья, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк. Лайк басинг. Абуна болинг. Купили 2 килограмма гранат. 65 тысяч отдаю здесь. Это $6, 600 рублей. Берем. Şunu ana mısın? Ha, bolları yiyiz. 2 kilo 15 su. 2 kilo 15,000. Öyle kunet. 5 kilo verin. Hayda bahçeler ya. 4 kilo verin. 4 kilo, 6 kilo. Kança? 4 kilo olsaydı. 4 kilo buram. 50 kilo olayım. Гранат у нас подешевле, 15 тысяч сумм или 120 рублей 2 килограмма. То есть 60-70 рублей килограмм стоит. Курманич пульдан оке? Он туртвень? Без кумики, я вам говорю. Хайда, хайда, зам, бурда. Смотрите, какие красивые гранаты. Ой, даже божья коробка есть в гранате. Нет, куда надо? По 20 тысяч сумм или по $1.80, примерно 180 рублей. Такой сочный. Джидаширин. Катаусаляр гранат. Где растут эти гранаты? Шарабат. Чуть там? Сок там? Огромный, красивый гранат. Кислый. Джуда яхши кураман. Мам, яхши кураман. Я обожаю кислятину, это вкусно. Мам, алдым. Туртан алдым. И по 10 тысяч. По 10 тысяч сумм отдают, сок гранатовый. Это подарка, говорит, тебе как гостю. Рахмат, базар разный берсин, чарчамин. Сауга. Фанга? Да. Рахмат, подарили мне хурму. Сауга. Мне подарки. Спасибо большое, хурма и гранат. Это лучший подарок за сегодняшний день. Фанга? Посмотрите, мне столько подарков сделали. Всем мне подарили. Всем мне подарили подарки. Вот ты сам был, Рахмат. Сауга. А, подарочек. Ана. Рахмат, базар на берсен. Вы посмотрите, я прогулялась, и мне надавали подарков очень много. Берем ман сюда так, пирамид. Нет, жарко. Друзья мои, Эльвира подписывает себе новых друзей. Посмотрите, вот так выглядит мой канал. Надо сделать абуна.
Tabrikli men hozir siz manim do'stim. Ha, men ham do'st qo'yaman. Albatta, albatta. Здесь мы также делаем другом. Оп-та, сау. Все, мои друзья. Запомните, это мои друзья. Все, кто подписан, все мои друзья. Хорошо. Мы сейчас пересаживаемся из легкового автомобиля в Невушку. За свадьбы едут. Когда я сейчас полдня буду выгружаться тут. Но машина мы меняем. Мои бусы. Мы пересели на привычный нам транспорт. Это, конечно, Нева. Лучший автомобиль по этим дорогам. Сейчас познакомились с учителем физики. Вот, собственно, он нас и везет. Едем, разговариваем. Вот это на хале органов огонят. Штук шофер, да? Ваши. Ваши курсы, не варите ли? Не варите? Ваши бизнес, халал бизнес, дигам. Халал. Yumshoq mı yumuşak mı farkı yok. Şimdi deryoga ötürüp, şimdi botırıp, şimdi yiyin keyin kırasın. Tamın onda öz hareket adam. Говорит, если взять лепешку, опустить ее в ручей, и потом поесть эту лепешку, это, говорит, так вкусно, такого ты еще никогда не пробовала. Я действительно не пробовала. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Это для тебя чипсы бар. У меня с собой сладости есть. Ох, нельзя. Этот детям дадим. Ох, ты чем берем? Шоколадки. Бита, олим? А, у меня бита. А, чипсы олим. Смотри, какие детки. Бита. Рахмат. Рахмат. Пока. Какие хорошенькие, а глаза видели, какие красивые. Карандашларым маным.
Allah'ım blogger'ın alıp gelin bana. Katı kabul etkin ayıcı var. Azap ömen ben, azap ömen ben. Olsun öyle mi? Böyle azap mı koydun bana? Rahat kazansın. Kamurat baba. Alin. Kamurat baba. Kursan mı? Yaşımsız anız yakşı mı? Rahmat, rahmat. Это Kamurat baba, хозяин дома, мой друг. Güde mi? Yok. Yok mu? Bıcak taşırık etken. Zanda baba doğum ajında başı niye tu? Aslanı olmaz uşu var. Быстро перекусить. И пойдемте. Какая красота! А какой запах, друзья! Вы просто не представляете. Аромат буквально сносит с ног. Посмотрите, какие красивые яблочки. Кто не смотрел видео ранее, этот кишлак славится яблоками. Здесь у них очень вкусные, красивые яблоки и очень много грецких орехов. Джоном, мой. Это Зайна Баба, хозяйка дома, моя подружка, моя тетушка, обожаю ее. Мацуне джуда сахарный дамаган, джуда ям. Яхшин сазабачок? Нет. Саукаттық сақылады. Қатта болдығыз? Уйда алма хана болды, да? Қачан экспорт енді ме? Неч пұлдан қазір сатасыз? По 5000 сум продают килограмм яблок, ну, естественно, оптом. 5000 сум это у нас где-то 40 центов, ну, или примерно 40 рублей. Уже все продали, уже деньги отдали. Мы присели за стол, сейчас будем угощаться. Горячие лепешки, свежеиспеченные из тандыра. Я говорю, откуда у вас горячие лепешки? Кто испек в тандыре? Она говорит, я не знаю. Соседка принесла. Посмотрите, чем нас сегодня угощают. Тут у нас жареная курица с картошкой. Также на столе есть орехи, сладости, лепешки испеченные, яблоки собственного огорода. Сейчас будем все это пробовать, угощаться. Я люблю ножку, наверное, как все дети. Я очень люблю ножку. Вкусно. Яша, пиште. С дороги очень вкусно. Я вообще люблю приезжать в гости в эту семью. Эта семья мне уже стала как моя семья. Уже карандаш был кеттерис. Эльвирагем кюнбо. Соудан арияк. Шапка керек. Шапка керек. Румал кюнбола, да? Шапка керек. Тока чихы боре верамыз, соуг боле верады. Шунчу калым кинеш керек. Болда, болда. Куртка. Бұры кейгізей. Бұғоям рау. Иламызда күтсіз жа? Осы күтсіз жа? Банананымызды? Шкода, не сме замбор? Не, хоре, не сме. Не сме? Мошен да нагонят, мошен да сме айде блеч. Али не сме хоре, отсе. Шиповник. Уже тайор ма? Тайор, ааа. Наматак тайор, шиповник. Наматак таджикча ма? Наматак узбекча. Ааа. Пулел, хоже. Что-то круг, да? Мы сейчас пообедали и идем в гости в другую семью. Ойласы бер. Какая здесь красота, друзья. Вот приезжая в это место, прям до душе спокойно становится. Салам алейкум, яшынсыз, салдасыз, рахмат. Мой хурсан сізді көрерге. Ассалам алейкум. Яшын барам. Айры бет, бабу. Кем? Бабаны ұйышу. Қана, баба? О, ассалам алейкум. Ишт майди.
Eşitmədilər, kulaqları ağır. Baba! Assalamu alaikum! Assalamu alaikum! Аппарат новый, что-то плохо слышит, что ли? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Куда идете? В саде. В огород ма? Да, огород, да. Бахтай хазыр брар нема бар ма? Бар, да. Мол бар. Мол? Мол, да. Куда идете в огород? Я иду, там что-то есть. Конечно, есть скотина в огороде. Ассаламу алейкум. Яшими сыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сызга келдам мехманга. Менга? А, сызга келдима? А, яхшы, да? Я к вам в гости пришла. Хорошо, говорит, проходи. Рахмат. Маны таны дигизмы? А, таны. Тады дызмы? А. Рахмат. Не берем тойга келген. Шунака, шунака. Вы меня узнали? Он говорит, конечно, узнал. Саулик, яшу. Рахмат, рахмат. Ой, вахала, рахмат, 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 هر وبای هر دفعی پیش آتف کن پروردگار به حکم الهی به حکم عزی به حکم سمایی ربنا اننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا و توفنا. Нашему дедушке 85 лет будет. Он говорит, я самый старший. Каттаның каттасы сіз. Я самый старший в кишлаке. Бабайларды каттасы. Ақсақалларының каттасы. Сақалдам каттасы. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Сейчас дедушка говорит, вы пришли в мой дом выпить пиалушку чая. Знаете, говорит, как мне приятно. Я благословлю вас дорогу, я почитаю вам молитву. Я в армии служил 3 года и 8 месяцев. Посмотрите, как здесь выглядят кизики. Бо, не маблян тайорляна? Комур бу. Комур блян? Гонг, гонг, молды. Впервые вижу, как делают кизики черного цвета. Это смешивают навоз с угольной крошкой. И получается вот такое топливо. Бу, не ма айталар, бу, не ма бу. Салла. Салла ма? Салла. Ма куяман, иркеклер кумилар. Считанные секунды нам накрыли стол. Сейчас мы будем угощаться, попьем чай. Столу подали горный мед. Посмотрите, ой, какой он красивый. Мед. Это у нас козлятина, горная козлятина. Попробуем козлятину горную. Мясо мягкое. Не жирное. Вкусное мясо. Но я сама по себе люблю козлятину. Это одно из моих любимых мяс. Мясов. Месев. В общем, я люблю козье мясо. Сізді қар болса, қарды түртіп-түртіп қыраман шөйтке. Адамдар жұда яқты. Нас вкусно угостили, мы поели с вами тушенку, варенье из кураги, попили чай, горный мед, фрукты, лепешки из тандыра. Все было замечательно. А теперь пора прощаться с этим домом и отправляться в свой, у нас же свой дом еще есть. Коли, кузера. Hadi.
Көрешеміз. Рахмат. Увидимся еще, увидимся. Бахорға келесі әлінде. Құлға қақласа келемін. Посмотрите, дедушка стоит, провожает нас взглядом, не уходит. Мы уже далеко отошли. Мама берділер ме? Мы из этого дома с гостинцами уходим. Нам яблоки дали. Фрут. Йок. Фрут. Мне дали подарки. У меня крут и янгок. Керака, дарапка, өрітка, болға. Рафтер. Амакилар бұл көршеді енді. Майлы, майлы. Хамшея, хамшея. Қошын, қошын. Соседім поздороваться вышел. Хамшея, хамшея. Аман чо хамшея мас ма? Нұран, нұран. Мазы твейге оборган. Твейге оборган. Кто не знает, эта семья построила частный детский садик в Кишлаке. Цена этого детского садика Цена детского сада 60 тысяч сум в месяц. Это примерно 5 долларов. Это не примерно, это точно 5 долларов или 500 рублей за месяц. Сейчас у нас время около 7 часов вечера, как раз 7 часов. У нас ужин. На ужин у нас рыба. Мы ее сейчас поедим, жареная рыбка. Келинар тайрлятты мы, пока без айландрых кишлота. Пока мы гуляли по кишлаку. Кетта келин пшерда. Пока мы гуляли по кишлаку, старшая невестка нам пожарила рыбу. Сейчас мы будем ужинать и ложиться спать. Друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Как всегда, мы с вами увлекательно провели время. Я приехала в свой самый любимый кишлак, в семью, которую я очень сильно люблю и уважаю. Я сегодня провела время просто чудесно. Пробуем нашу рыбку. Старшие начали, значит, мы тоже можем. Смотрите, какое нежное белое мясо. Действительно, рыба очень вкусная. Когда продавец рыбы сказал, что это вкусная рыба, я ему не поверила. А вот сейчас ем. Вкусная? Никакого запаха абсолютно. Хаданайок. Иди. Все, друзья мои, теперь пришло время прощаться. Помните, что вы у меня самые лучшие. Нажимайте лайки, и мы с вами скоро встретимся. А вот теперь пока.